затоне реки Иртыш под названием «Лампочка» прошло первенство Омской области по парусному спорту. Около 30 спортсменов 9-16 лет боролись за лидерство на яхтах в трех классах – «Оптимист», «Кадет» и «Луч Радиал». Участники регаты, представители Центра парусного спорта Омской области и городского дворца детского юношеского творчества. Совсем недавно ребята вернулись со Всероссийской спартакиады учащихся, где, по словам Александра Корнишова, достойно представили наш регион. Занимаются ребята, да, и проявляют интерес многие, но не все справляются. Это тяжелый труд, тренировки, подготовка яхт. Стимул, конечно, есть. Они смотрят на лидеров, кто выезжает на соревнования, занимает на выезде призовые места. Юные спортсмены соревновались за лидерство в своем классе. В результате состязаний первое место в категории «Луч радиал» занял Леонид Бочаров. Ярослав Бибик и Денис Топол показали лучший результат в классе «Кадет». Среди оптимистов первым оказался Родион Рязанов. В начале августа все победители и призеры будут представлять Омскую область на первенстве Сибирского федерального округа в Новосибирске.